Фестиваль фильмов о моде Be in Open возник в Европе и принятый московской публикой оказался в Челябинске. Фильмы у нас, получается, есть британская, испанская программа и российская программа. В британской программе у нас участвуют 6 дизайнеров. Мы о них в социальных сетях рассказывали. Они недавно закончили университет Сент-Мартинс и снимали короткометражные какие-то рекламы, кампейны, где закладывали свою философию, там рассказывали о своих брендах, донести свою философию, свои какие-то ценности и проблемы, которые поднимает каждый дизайн. Некоторые идут там по 5 минут, некоторые идут буквально там 40 секунд, где-то минута. Это мероприятие, чтобы вдохновить людей на какие-то творческие проекты. Это полезно и для фотографов, и для стилистов, и вообще тех, кто интересуется модой, которые хотят расширить свое сознание. Просмотр видеороликов сопровождался лекцией о глобальных трендах, а также беседой о современном искусстве. Понравилось, что это новое помещение, это новая локация, которую могут челябинцы использовать. Я думаю, что она будет интересна и блогерам, и стилистам, и фотографам. Приехали, в основном к Ане послушать ее лекцию, потому что посещаем в основном все ее лекции. Очень интересно, очень полезно. Да, мы вдохновляемся вообще не только же стилистами, но мы также и выставки посещаем, и путешествуем. На самом деле какие-то такие арт, какие-то инсталляции, то есть живые какие-то, то есть видео непосредственно сейчас входит в моду, вот эти всякие перформансы, нестандартная подача, это очень интересно. Вот что касается моды, мне главное доверять человеку, то есть изначально это, конечно, картинка в Инстаграм, ты смотришь, если тебе нравится стиль и то, что человек вещает и как вещает, вплоть до того, что там голос и так далее и тому подобное, соответственно, если тебе нравишься и ты ему доверяешь, то ты идешь и слушаешь. Мне, конечно, нравится, что в Челябинске появляются такие места, потому что чем больше их есть, тем всем нам лучше. Я всегда за то, чтобы люди что-то сотворяли, что-то делали. И вот это как бы галерея для меня прям приятное открытие. Я еще просто верю в то, что в нашем городе можно развить моду. И стараюсь сделать, что эта мода была со смыслом, а не вот, ой, красивая юбочка, прикольненько, чтобы донести какую-то философию здесь. Мы продолжаем моду возрождать у нас на Урале и продолжать делать какие-то проекты, которые по возможности будут развиваться. Есть такое мнение, что современное искусство не надо понимать, его надо чувствовать. То же самое можно сказать и о моде. Новые идеи в своем концентрированном виде часто могут казаться по меньшей мере странными, и должно пройти достаточно времени, чтобы все это понять, а поначалу этим проникается подготовленная аудитория, как, например, зрители Be in Open.